Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, и вы находитесь на роли Game Online. Мы продолжаем играть в игру Mountain Blade Warband, и это пятое видео по данной игре. И мы с вами отправимся на арену для того, чтобы потренироваться, подубасить других людей и, соответственно, показать, что как бы мы сделали просто из стали. В прошлой серии мы помогли купцу навалять продажному капитану, наняли одного офицера, его зовут Борча, и он теперь будет с нами служить за одну копейку. Мы его одели, мы его принарядили, как бы мы его обогрели, и теперь он будет с нами. Так, случайно нажал Escape, значит, давайте сейчас мы отдохнем в тире, сходим сейчас с вами пару раз на аренку, попытаемся подраться. Как я понял, есть какие-то турниры. Я никогда на них не участвовал, и сейчас, скорее всего, это будут какие-то учебные бои. Я не знаю, в общем, сейчас мы пойдем на арену и посмотрим, что там произойдет. Вот, пару раз походим на арену, потусим там, как бы подеремся или не подеремся, сейчас посмотрим. Потом отправимся в какой-нибудь соседний город и... Так, объявление войны. Королевство Норт объявляет войну и начинает наступление на королевство Сват. Кошмар. Нам похер. Так вот, сейчас, короче, мы... Что я вообще рассказывал? Сбила мне эта новость. Подеремся на аренке и потом отправимся в какой-то в соседний город и там посмотрим в таверне, может, какого-то еще офицера. Так, все, хватит отдыхать, пойдемте на арену. Дверь заперта, ну конечно, потому что сейчас ночь. Блин, еще заплатим 4 динара. Оп, все, хватит. Так, пойдем на арену. Так, мастер арены, приветики, дружище. Добрый день, если вы хотите посмотреть на турнир, то вам не повезло, в ближайшее время никаких турниров не будет. Так, значит, тут проводят турниры, да? И вы бы видели, что здесь тогда происходит. Все кричат, волнуются. Сюда стекаются все жители города и окрестных деревень. Впрочем, следующий турнир у нас будет не скоро, и смотреть особенно не на что. Разве что официальные дуэли время от времени проходят, и, конечно, рукопашные бои. Они у нас почти каждый день. Расскажите мне о рукопашных боях. Бойцам и рыцарям надоедает ждать следующего турнира, и вот они изобрели тренировочные стычки. На самом деле идея очень проста. Бойцы заходят на арену с оружием. Нет ни правил, ни команд, каждый сам за себя. Бой идет до последнего человека. Забавно, правда? Так, а награда? А как же? Богатые горожане предоставляют призы для отличившихся бойцов. Победите 3 противников и получите 5 динаров. Что-то как-то мало. За 6 побед 10 динаров, за 10 25, а за 60 динаров вам полагается, если вы умудритесь побить 20 человек. Последний боец, оставшийся на арене, получает награду в размере 250 динаров. Неплохо звучит, а? Да я разбойников убиваю на большую сумму. Хорошо, давайте, короче, попробуем. Так, нам дают двуручный меч. Я, конечно, не сильный профессионал. Поехали. Оп, блок. Получи. Давай, опа. Видите? Ай, блин. Эй. Вы чё делаете? Ребята, это нечестно. Чё это такое, блин, происходит вообще? Чё все на меня накинулись? Падлы какие, а? Давай. Хопа. На. Это кошмар какой-то. Блин, обалдеть. То есть я боролся... Нет, ну, ребят, обязательно лайк, я боролся просто как лев. Вы видели, они сразу на меня навалились толпенью своей. Так, я еще раз хочу. Сколько мне дали? 5 динаров? Не надо мне свои деньги. Так. Угу. Все, поехали. Почему мне какие-то палки дают? Я вообще любитель щита и меча. Опа. Опа, как мы его заблочили, ребят, обратите внимание. Клац. Так, один готов. Я теперь буду, знаете ли, осматриваться по сторонам, чтобы меня опять не отделали в спину. Так, я вижу, там он идет замесик в углу. Сейчас мы, короче, пойдем им палкой наваляем. Этим козлам. Мы уже убили двух врагов. Ну как, оглушили палкой, как я понимаю. Это лучник дерется с палочником, типа, опа, а я его, опа, обманул, видели обманочку ему дал, получи, хорошо, ты готов, блин, вы можете где-то поближе появляться, потому что я слишком стар для этого дерьма, чтобы бегать, как бы, с угла в угол, опа, давай, опа, не ожидал, а вот так я палкой,
Все, ребята, я выкупил так, как их надо мочить. Оп. Оп. Опа. Ты, наверное, легионер какой-нибудь? Да, легионер. Видно, что он такой прохаванный парень. Видели, мне сразу комбо-момбо из трех ударов сделал. Так, два. Слабак какой-то, получи. Оп. Получи. Это был ветеран. Ну, да, послабее. Блок. 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 Опа, еще блок. Оп. Опа, вот он меня поймал. На кукан меня посадил просто. Подождите, подождите. Оп. Опа. Парень мне помог, его спину обработал. Чик. 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 Так посмотрите, какой он жесткий. На тебя по лбу. Ну а что это, блядь, за казак с двуручным мечом? Опа, поехала эта фигня опять, что их толпа пришла на меня. Минус один. Подожди, лысый. Сейчас до тебя очередь дойдет, давай. Оп, нет. Хотел дать ему прям по макушке его лысый, не получилось. Так, получи. Блок. Блок. Все, они меня... Начинают меня забивать, ребятки. Все, забили меня. Все-таки 9. 9 набили. Уже отлично. Так, давайте еще разочек. И пойдем в другой город смотреть. Так, мне дали 10 динаров. Отлично. Как насчет подраться? Отлично, воспользуюсь вашим предложением. Батюшки, я лучник. Обалдеть, ребят. Хуже быть не может. На тебе в лоб. Готов. Готов в лоб. На тебе в подмыху. На тебе в ногу. Ух ты. А у меня ж нету возможности защищаться. Блин, да что такое, ребят? Ну это вообще плохой вариант. Очень плохой, потому что у меня нож, и я не могу им защищаться, потому что, как я понял, у ножа нету возможности блока. То есть придется вот таким вот образом их убивать. По-быстрому. Особенно вот этих... Плохо, которое со щитом. Видите, что происходит, ребят. Все. Быстро, быстро, быстро. Я хочу его в щит взять. Блин. Учебный щит. Учебный меч. Так, у нас появился шанс выжить. Оп. Получи. Опа. На. Сразу бы дали бы мне меч. Может бы как-то по-другому получилось у нас, ребят. Может быть как-то по-другому. А так я с лука с этого, блин, потерял кучу времени. Давайте сейчас попробуем ему так. Чик. Чик. Все. Это знак, что я не лучник. Это был знак, ребят. Это был знак. Все, мастер Рен. Давай мне мои, короче, 10 копеек. Все, до свидания. Не хочу я с тобой этот. Ну, я немножко качнулся. Заглянем еще в таверну. В таверне никого. Давайте опять же поспим трошки и пойдем в соседний город. Пойдем в соседний город, посмотрим, что там в таверне происходит. Видите, тут идет движение, там что-то с кем-то происходят драчки, там, короче, все дерутся, разборки какие-то. Так, сейчас полночь. У вашего отряда нет еды. Эй, командир, пожалуйста, поймите меня правильно, просто же... Угу. Все, 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 все. Хорошо, сейчас я куплю вам еды. Ребят, ну извините, но не досмотрел. Увлекся, как бы, увлекся ареной. Вы попали в ловушку, на вас напали бандиты. Что, серьезно, что ли? Ну, давай, бандит, давай. Ты такой, я вижу, прохаванный бандит, да? Давай. Я тоже на арене побывал, когда меня толпой пиздили ногами. На. Кто еще? Все? Это все бандиты на сегодня. Выйти сейчас невозможно. Да я и не выхожу. Опа. Опа-па. Ага, вижу вас. Ну давай, иди сюда, бандит. Как ты туда забрался? Ты думаешь, тебя это спасет? Вот он идет на меня. Давай, только ты и я. Давай. Опа. Ага, такой он попался, парень, не промах. Прямо ему в этот межглаз топором бабахнули. Все, мы перешли, кстати, на 5-й уровень.
Разбойники падают перед вами один за другим, как колосья под серпом. Вскоре вы остаетесь в одиночестве, а большинство нападавших либо без сознания, либо при смерти, либо уже мертвы. Обыскивая тела, вы обнаруживали кошель, который когда-то должен был принадлежать одной из жертв этих мерзавцев. А может быть, в этом кошеле им передали плату за вашу жизнь? Может быть. Так, на рыночную площадь, разным товарам. Так, так как я своих ребят люблю, я вот сейчас продам вот это все. И я продам почти аж на 236 динаров. Значит, я им куплю, на эти деньги я куплю им сыр, свининки куплю, хлебушка, рыбки. Капусту нафиг не нужна. Есть что-нибудь выпить, ребятки? О, и эль пускай будет. И при этом еще 146 динаров я переплачу. Ну, ничего страшного. Лучше я переплачу, но чтобы ребята были довольны. Так, давайте все-таки я останусь отдохнуть, немножко подлечусь. Сейчас мы посмотрим, что у нас там в отряде происходит. Все. Короче, считайте, я отдохнул. Игрок, значит, качнем. Я хочу одноручное оружие качнуть. Вот так вот где-то. Давайте немножко подкачаем стрельбу из лука. До 50 примерно. Немножко подтянем древковое оружие. Мало ли что. Так, а здесь я бы хотел... мощный выстрел. Да, вот именно мощный выстрел для того, чтобы... стрелять из лука. Здесь возьмем, наверное, харизму на один. Вот так вот. И по одному силу и ловкость. Здесь у нас еще 7 осталось. Давайте подымем стрельбу из лука, если я планирую из нее стрелять, соответственно. А, у меня еще очки умения есть, ребят. Так. Значит, что у нас дает зоркость? С каждым новым уровнем этого навыка поле зрения отряда увеличивается на 10. Ну, да. У нас есть уже офицер с зоркостью, поэтому пускай будет. Я хочу больше владеть щитом и оружием. Ловкость мне больше не позволяет. Сбор трофеев. Обучение. Обучение это для того, чтобы мы получали опыт и, наверное, тренировали наших солдат. Не знаю. Такс. Что, куда мы тут с вами можем поехать? Поехать мы куда с вами можем? Далеко-далеко. Давайте тогда заедем сначала в Хайен или Хайон, как правильно назвать. Возьмем себе добровольцев. Заедем еще вот сюда. Понабираем ребят. Пускай они с нами обучаются. Там что-то происходит, какая-то драчка походу была. Берем новобранцев. Да, там была драка. Судя по сводкам и новостям, которые происходят, вот, давайте воров нагоним. Видно, что там сват дает по башке нордам нашим. Кого-то там взяли в плен, а он только что норду дали по башке. В общем, такая вот шаткая ситуация, ребят. Опа, вот они. Догоняй. Есть. Так, сражайся или умри, точнее, сдавайся. Атакуем, ребят. Значит, сначала мы все стоим. Использовать только тупое оружие. Сомкнуть ряды. Сейчас мы их соберем всех воедино. Подождем. Давайте эту лошадку тоже оставлю. Так, теперь даем такую команду. Стрелять по готовности. Хлопцы, кто может огонь, кто не может... Мочите так этих козлов. Смотрите, я с арбалета попал, ребят. Видели расстояние? Обратили внимание? Обратили внимание, ребятки. Опа, все, я просто... ребятки, в атаку. Все в атаку. Текс. Ага, не ожидал. Опа, давайте. Ой, попался под руку. Получи. Получи, сукин сын. Я вам всем вольну. Ты моих будешь бить, да? Я тебя сейчас голыми руками задушу. Есть. Так, кто тут у нас? Так, там все отличненько. Вон, я вижу, последний, походу, остался.
Сейчас я его мастерски с арбалета, ребят. Эх, не попал. Ладно. Завалим его, додавим его топором. Кстати, он нашего копейщика убил. Ах ты, зараза. Все. Это все? Нет, вон еще вижу, голожопик бегает один. Видите, в толпе они сейчас его замесят. Все. Вот это точно все. Нет? Я не знаю, кого там бить, ребята. Я буду махать тоже, как вы, там, топором. Все, вот этот, наверное, был. Давайте мочим их, короче, козлов. Ага, вот он. Получи. Все, это победа. Вольную разбойником по пути. Нажимаем таб. Опа, разбойник. Три человека. Возьмем их в плен обязательно. Так, мы можем повысить до копейщика или охотника. Пускай будет охотник. Лучника никого. Так, так, так. Ну, тут все понятно. Хорошо, готово. Что тут у них есть? Камни. Ржавые эти. Блин, оно такое все дешевое, ребят. Не буду брать. Не хочу. Не хочу. Так, ладно, отправляемся в Саргот. Оттуда, откуда мы, в принципе, изначально с вами и пришли. И там, наверное, будем заканчивать наше видео. В следующем видео, наверное, я не знаю, пойдем, может, еще на аренку потренируемся. Наймем еще людей. Вот давайте зайдем в Квин по пути. Может, кто-то тут есть. Ага, разбойники напали. Вы посмотрите. Разбойники напали на бедных крестьян. Нифига себе. А разбойники-то, ребят, на конях. Ничего себе. Я первый раз таких вижу. Я вижу это. Ребята, серьезные. Ладно, скачи отсюда. Скачи отсюда, фрейрок. Потому что дела у нас очень плохие. Так, сейчас я спешиваюсь. За нас крестьяне, это хорошо. Потому что так бы мы могли проиграть. Получи. Мне вот этот на конячке не нравится, братишка. Получи тебе. По шее, я тебе, разбойник, я тебе покажу, как крестьян грабить. Получи. Да, за нас еще кахло крестьян, которые готовы просто руками забить разбойников. Это победа. Если честно, мне даже очко немножко сжалось, потому что, думаю, сейчас попаду в плен. Так, ваш отряд получает 5 очков. Принять подношение как должное, конечно. А они мне не дают аж ни хрена. Аж ни хрена мне не дают. Ладно, ребятки, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Росси. Всем пока и до скорых встреч.